Украинцы Алтухов и Янчук не вышли на каноэ двойки в финал Олимпиады. Украинские каноисты Павел Алтухов и Дмитрий Янчук остались за пределами финала в каноэ двойки на Олимпийских играх в Токио. Они заняли пятое место в своем заезде и не вышли в финал. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на трансляцию Олимпиады. В полуфинале согласно формуле выхода в финал, нужно было попадать в топ-4 из пяти экипажей. Но Алтухов и Инчук всю дистанцию были последними, и даже несмотря на финишный спорт, они не смогли никого достать. Итоговое время украинской ⁇ двойки 3, 28,775 тысячных. Сегодня, 3 августа, в Токио разыграют еще 24 комплекта медалей Олимпийских игр 2020. Украинские спортсмены будут бороться за 4 медали.